Согласно прогнозам международного рейтингового агентства Fitch, рост мировой экономики в 2020 году снизится на 0,1% и составит 2,7%. В частности, ожидается замедление темпов роста экономик еврозоны, Китая, Соединенных Штатов и Бразилии. Негативно на всей системе международной торговли отражается торговая война между США и Китаем, отмечается в обновленном Global Economic Outlook. Торговые войны, прежде всего между США и Китаем, уже повлияли и отразились на прогнозах экономического роста. Приведут ли они в дальнейшем к спаду или серьезным экономическим кризисам, пока сказать сложно, поскольку не ясно, насколько далеко они зайдут. То есть можно констатировать тот факт, что в ближайшие несколько лет экономики отдельных стран будут корректироваться, будет некое замедление, причем более сильными темпами оно будет происходить в странах с развивающимися рынками. Fitch отмечают особую роль Китая в развитии международной торговли и мирового ВВП. По прогнозам агентства, рост экономики Китая и Соединенных Штатов в следующем году замедлится на 0,1%, Бразилии на 0,5%. Однако, как отмечает Fitch, говорить о глобальной рецессии преждевременно. Среди положительных факторов – сильные показатели экономики США, реформы в экономиках стран ЕС, налоговые изменения в Китае.